Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 4 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. На пошив боярского платья пошло 40 локтей шелка, а парчи на 30 локтей меньше. Сколько локтей шелка и парчи пошло на боярское платье? Давайте сначала узнаем, сколько на боярское платье пошло парчи. Сказано, что на 30 локтей меньше. Чтобы узнать, сколько это, нужно из 40 вычесть 30. Получится 10. 10 локтей L с точкой записываем в скобках. Парчи пошло на боярское платье. Шелка пошло 40 локтей, а парчи 10. Чтобы узнать, сколько всего, к 40 прибавим 10. Получится 50. 50 локтей L с точкой записываем в скобках. Пошло на боярское платье. Записываем ответ. Пятьдесят локтей шелка и парчи пошло на боярское платье. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте комментарии под видео.